Прожиточный минимум для пенсионеров увеличился на 1600 рублей. Самые благоустроенные населенные пункты получат субсидии, а надзор за объектами культурного наследия усилят. Сегодня Кабинет министров Чувашии рассмотрел и принял решение по 19 вопросам повестки дня. Министр земельных и имущественных отношений Анатолий Кузьмин рассказал о проекте закона, который определяет цену приобретения земельного участка, предназначенного для ведения сельхозпроизводства. Право устанавливать такую цену предоставлено субъектам России. В случае, если на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, отсутствует здание или сооружение, такой земельный участок, предоставленный сельскохозяйственной организации и крестьянскому фермерскому хозяйству, на право постоянного бессрочного пользования или на право пожизненного наследного владения указанные лица вправе приобрести земельный участок в собственность по цене, равной 15% его кадастровой стоимости. В республике 5000 гектаров, которые могут быть выкуплены подобным образом. Министерство подробно изучало этот вопрос. Аналогичные ставки утверждены практически во всех регионах ПФО и России. Минздрав соцразвития Чувашии представила проект закона о прожиточном минимуме пенсионера на 2016 год. Из этой величины будут рассчитываться социальные доплаты и пенсии. Прожиточный минимум пенсионера на 2016 год устанавливается в размере 7391 рубль. Величина рассчитана на основании потребительской корзины, прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера за 2015 год и индекса потребительских цен на 2016 год в размере 106,9%. В абсолютных числах повышение составит 1620 рублей. По прогнозу Пенсионного фонда России по Чувашии, в 2016 году социальная доплата к пенсии будет производиться 19 тысячам пенсионерам. Потребуется более 320 миллионов рублей. Эти средства будут перечислены из федерального бюджета. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.